Приветствую вас, если мама и вы не будете объяснять ребенку, что папа ушел не из-за нее, а потому что в действительности не любил ее, или, может быть, даже любил, но не смог быть на расстоянии, что не все люди способны быть на расстоянии родителями, что у папы есть свои проблемы, что он страдает, что он просто не способен любить. Вот такие вот вещи, как бы, если вы будете ребенку объяснять. А также, если мама найдет себе другого мужчину, который придет в дом и будет заботиться о девочке, будет ей вторым отцом, по сути, ну вот. Ну, правда, это надо было делать раньше, конечно. Вот. То никак не повлияет это на нее. Но если мама ничего не сделает, если мама не изменит своего поведения, то в таком случае, конечно, история будет весьма-весьма драматичной. Девочка будет через других мужчин, через мальчиков, через мужчин, будет или пытаться завоевать любовь их, то есть будет зависимой, будет ведомой, будет неуважаемой той, кто не ценит себя, той, кто не любит себя. Ну, как, именно как женщина, именно как женщина, вот. Либо наоборот, будет мужчин всячески принижать, пытаться обесценить и бояться с ними близости. Вот примерно так можно в общих чертах сказать, что будет с дочкой. Иногда такие девочки любят только мужчин постарше, потому что они пытаются завоевать отца и наделяют этими качествами мужчин старше их. Вот. Может быть, и такое. Ага. В любом случае, девочка не получает достаточного количества отцовской любви сейчас. Еще можно все исправить, но чем дольше это будет тянуться, тем меньше вероятности, что все пройдет безболезненно. Поэтому намекните своей дочери, что пора бы уже находить себе мужчину, чтобы ваша внучка была счастлива. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если потребуется помощь вашей дочери в, значит, построение личной жизни, вы можете направить ее к нам на ресурс, мы ей поможем. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего доброго и удачи.